Итак, мои дорогие друзья, встречайте Дублёра здесь, Дублёр с вами. Сегодня мы сразимся за Рой Джонс, Рой Джонс младший Джейра, ребята, против Сергея Мартинеса. Мартинес Звоночек. Итак, 262 победа Рой Джонс, ребята, Рой Джонс. Модельная волосная девчонка, ребята, в костюмчике. Немножечко лысовато она. Ну ничего, у нас всегда встречает, ребята. Сегодня будет один из страшнейших боев, ребята. И только здесь, только дублерчика увидите. Страшнейший бой, страшнейших бойцов. Только не страшнейший. Вот он. Почек у него небольшой. Итак, только у дублера, только здесь, только сейчас, ребята. Понеслась. Немножечко мы с ним как-то чуть-чуть прям замедлено у нас. Съемочка. Но Рой. Хорошо. Не спешим, ребята. Смертельные драки. Ребят, тут живой только один уйдет с ринга. Иначе никак, ребят. Больше никак. Кишечники, давно мы не разбивали кишечники. Голова, конечно, пасненькая. Хорошо, заходим. Чинюшечку, кишечник. Вот это попал в печень, в селезе. Перкочек. Наш Ройчик. Интересно, чувачок. Наш Ройчик подбивает хорошенько. Прям без головы остались. Немножечко надо восстановить голову. Ройчик. Хорошо, мы ему тоже по голове задели. Он нам один, а мы ему двойной. Хорошо. Блочится. Я чувствую себя настоящим Рой, ребят. Как Рой пчел. Страшный Рой пчел. Вы видели, ребят, страшно. Вы посмотрите просто на нашу Роя. Против Белого Воина, но сука, ребят. Ну, конечно, Мартинес очень хороший боец, ничего не скажу. Хорошо, кишечник. Ройчик, кишечник, хорошо работает. Зрители, ребят, просто шумелись. Видимо, им понравилось, как Ройчик обрабатывает. Хорошо, он ушел. Если бы он сейчас не уходил, мы могли бы просто уйти на топ. Хорошо, накидали мы немножечко накидали. Не спешим. Апперкотчик. Хорошо, боковушечный. У нашего Роечка хорошие удары. Кишечник, ребят, был пробит. Ребят, кишечник просто страшно, не забывайте. Кишечник — это всегда такая вещь. Очень страшная вещь. Очень, ребята, это когда вы бьете кишечник, это просто. Вы просто ощущаете себя настоящим гигантом. Гигантом мирового кишечника. Это вам не шутки, ребят. Как говорил Дон Жиро в бразильском сериале. Клон.
Хорош, хорош. Ну, прикольный оперативничек попался, ребята. Я там не встречался, во-первых. Погнали, погнали. Парнишка хороший попался. Более такой адекватненький. Он нам по печени. Он нашему роечку роет, ребят. Он сукал. Ну, мы по голове накидали, конечно, решение. Это он в кишечник не попал. О, он нам печень, просто выбил печень, ребят. Еще такой удар в печень, думал, он просто погиб. Поэтому будьте аккуратнее, аккуратнее, чисто, аккуратно. Если еще раз он нанесет такой удар, мы можем лишиться печени навсегда. Поэтому не стоит очень сильно расслабляться. Мы не расслабляемся, в принципе, конечно. Не попадаем, конечно же. Хорошо, хорошо. Не-не-не-не-не, так нельзя. Так нельзя. Восстанавливаю состояние своего. Вот тут надо было его подлавливать, конечно. Мы могли бы его подловить, просто вырубить его. Нет, силовой не получился. Опасно, опасно. Кишечник. Он держит кишечник хорошо, молодец. О, вот это залетело нам. Апперкотчик. Хорошо, под конец ему апперкотчик сделали. Очень стрёмно, ребят. Даже Рой Джонс, несмотря на эти всякие похвалы, третий раунд вот мы отдаем им Серёжке. О, залетело наше. И стамины лишились, конечно же. Опасно. Не спешим. Мы достали. Пробил нам селезеночку. И оставили без головы. Без головы опасно. Промахиваемся. Даже не достаем, но просто промахиваемся. Да, вот тут мы стамины лишились, опасно. Мы могли просто отлететь. Очень отлететь опасно. Не торопимся, аккуратно. Пятый раунд. Не будем на это раздавить его. Пусть он давит. Будем аккуратнее. Хорошо, апперкотчик справа. Есть, селезеночка.
scoring blow. Аккуратно, аккуратно, не спеши. Кишеш. Печень сели. Достали, он нам тоже. Аккуратно. Все мимо, опасно. О, нам хорошо заехали. Хорош апперкотчик. Правый не достали. Хорошо, вот сейчас залетел. Ох, вот это вошла. Хорош. Вошла. Чуть он нас головой полностью не лишил. Очень опасно. Очень, друзья, опасно. Это страшно. Страшно на таком поединке. Мы на этом ринге. Мы очень в тяжелом, мы очень в опасном. Вот так вот он закинул нам хорошенечко, да. Работаем, работаем. Угу. Хорошо, слева зашла. Еще слева зашла. Не зашли. Крупусишки. Хорошенько, хорошенько. И в кишечник попали, и в селезеночку, и в печеночку. Надо зайти с этой стороны, ага. Давай за ногу ему заходим. Печенюху попали ему, хорошенько, печенюху. Я думаю, ему очень больно. Выжил, выжил. Молодец. Догоняем, догоняем, догоняем. Хорошо, прижали, прижали. Отбили ему голову, отбили ему корпусишко, ребят. Просто отшибли ему все. Все внутренние. Кишечник просто выбит. Кишечник потом. Селезеночка, печеночка, потом голова, просто голова обрывается. В сторону, скулы. Просто отлетали скулы его. Очень было серьезный бой. Да, страшный бой. Очень хорошо поработал Рыбочек. Рыбочек молодец в этом раю. В этом бою, так сказать. Угу. Вот он, три раунда он забирал. А мы его у него шестой забрали, да. Хорошо. Держимся, держимся. Угу. Не спешим, не спешим. Седьмой раунд. Блин, на меню нажал нечаянно. Тише, аккуратней. Не получилось подловить его, хорошенько могли подловить его. Но, ах ты, блин, не успел. Хорошо, хорошо, работаем. Работаем, продолжаем. Угу. Не спешим, не спешим. Чуть на него руку не налетел, да. А опасно боковые движения делать, так как он в любой момент может подловить нас. Хорошо. Набили ему корпусишки. Селезеночку, кишечник.
голову. Hook misses. Ох, налетел прям на примушечную. Если бы сейчас он ни в коем случае силовые сейчас уже нельзя использовать. У нас мало выносливости. Силовые можно использовать только когда он находится в группе. А так бесполезно, опасно. Хорошо. Четенько поработали. Ну, седьмой раунд, возможно, его, потому что мы плохо активничали. В шестом мы хорошо активничали. В седьмой не наш раунд. Возможно, скорее всего. Усиленный врезал хорошенько. Он нам залетел. Опасно на голову. Дождались, опасно. Пробил нам. Нет, нельзя было, надо было отходить. Опасно. Джонс младший. Все-таки присел, конечно же. Дел был опасно, нельзя было дернуться. Он просто выбивал. Это было серьезно, поэтому не стоило расходиться так сильно. Держимся. Опасненько. Не достали. Опять мы без стамина. Опять без головы, да. Ух, чуть он нам не зарядил. Восьмой раунд, его. Да, но может даже проигрывать. Очень опасно. Наша ручек, давай, ручек, не сдавайся, держись, ты должен что-то сделать. Иначе опасно. Итак, девятый раунд, погнали. Рой устал уже, да. Стамина очень мало. That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if he'll come out fresh as a daisy. That's not gonna happen. He's got a hustle, man. He's got a block. Тише. Сейчас бы отлетели. When you're dealing with someone with so much speed, you've got to get your timing right. Having so much speed, what happens to your opponent is. Ох, чуть он не закинул нам. Усиленно. Я чувствую, он усилен. Хорошо. Все, мы устали. Нам надо восстановиться. Наш Ройчик выпрямился, ходит так. О, фантомный удар, это было очень опасно. Хорош. Печенюшечку мы посадили все-таки. Посадили селезеночку точнее. Немножечко мы его подработали, а то мы проигрывали. Мы были в тяжелом состоянии. Но хороший. Не смог больше Сергио Мартинес. Третий раз он не смог. Наш Рой просто чемпион, ребята, чемпион. Хороший чемпион. Да, мы проигрывали. Четвертый, пятый, шестой нас, седьмой его, восьмой его по-любому, я и говорю, седьмой его. Девятый наш, но мы его все-таки положили. Хорош. Серго Мартинес.
Это было страшно, ребята. Я говорил, будет бой такой. Конкретно, конечно же. Это все могло быть иначе. Но мы победили. Наш Ройчик.